сюрпризом. Сертификатом от магазина «Шкатулочка». Сюрпризом от «Формулы Академии». Все для вас. И на то день уже приходите. Не ходите. Мы хотим от компании «Донский шик» сделать вам тоже подарок. Тоже необычный полуфабрикат. Так, кстати, полуфабрикат от английского дизайнера Филиппа Трейси. Пожалуйста. Ну что же, первое место. Первое место получают наши гости из Минска. Это Ася Тарасова. Минск, привет. Вы знаете, вот пока она идет, я наблюдал 3 часа, как девушка вручную, в такой какой-то палочке, работает и делает, это было просто поразительно, из какого-то кусочка лоскутков. Еще приз от «Формулы Рукандина». Идите, подождите, идите фильм. Ну и также от компании «Дамский шик» тоже один из, скажем, необычнейших полуфабрикатов от Филиппа Трейси. Эти полуфабрикаты были изготовлены на чешской фабрике «Тонок». Филипп Трейси, я хочу рассказать, что это дизайнер мирового уровня, который, ну, наверняка знаете, только что прошла выставка в Москве Филиппа Трейси, который заказывает всякие необычности на чешской фабрике «Тонок», а дальше уже производит для и королевской семьи, и для скачек, и так, и для показов мировых головные уборы. Поэтому вот тоже не поэтому, а также мы вам дарим полуфабрикат от Филиппа Трейси. Вася, и еще секундочку одну. Хотел вам еще от себя и от выставки «Шапо», да, подарить вот это, вы посмотрите позже. Это вам понравится, создание новых моделей, одежды, головных уборов, что это вам там орел счастья. Пожалуйста. Ну что ж, дорогие друзья, а теперь мы еще... У нас есть приз зрительских симпатий. Мы даже не знаем, кто его получит. Вот сейчас объявим. Мясо. Приз от «Формулы Рукандина». Приз вручает участник нашего, зритель нашего интерактивного шоу и известный мастер-валяльщик Ольга Пелевина, город Рязань. Оля. Дорогие друзья, мы смотрели немножечко с другой стороны, не как судьи, а так немножко изнутри. То есть ходили, ковыряли пальцем, спрашивали, как это делается, срисовывали выкройки. То есть у нас был такой свой, немножко потребительский подход. Вот, поэтому у нас немножко по-другому с места. Первое место, но оно же как бы единственное, поделили у нас 2 человека, подавляющим большинством голосов. Это Елена Смирнова и Светлана Болю. Вещи у девочек совершенно разные.